Друзья, всем привет! Киев, проспект Победы, пасмурное небо, серость, там-сям понатыканы эти новые свечки. И самое время для философских разговоров о главном. Что у нас сегодня в меню? В меню у нас Ирина Луценко, которая выходит из парламента с грустно поникшей головой. Дескать, заболела не до цих державних справ. Муж в Лондоне сидит, как знаем, Юрий Луценко, в компании интересных людей, Валерия Гонтарева, там, ну, короче говоря, много там наших патриотов, державников, которые почему-то все оказываются в Лондоне. Вот такая любовь, успехи такие. Вот 5 лет нам рассказывали про успехи, как все получалось, как все сумасшедшими темпами строилось. И тут херяки, все в Лондоне. А вот это вот и есть суть этого ихнего патриотизма. Потому что насосались крови народной и ненародной, набили карманы и до свидос. А 5 лет лохам впаривали патриотические песни о том, как мы тут провели такую охеренную макростабилизацию, как у нас, какие у нас там 244 реформы и прочее, прочее, прочее. А когда оказывается, что больше ручки шаловливые некуда запускать, что неприкосновенность депутатов обрезали, влияния нет, то, собственно говоря, и делать тут нехер. И дружными косяками эта вся братья собирается и уезжает. Потому что болт они ложили на страну, болт они ложили на нас, на вас, на меня, на всех. И вышиванки куда-то там подальше засунули. И до свидос. Вот. Но при этом делают грустное хлебало, как они умеют. У них же это принято, там, да, вечно ходить с грустным хлебалом, которое навеивает грусть и печаль, потому что грусть и печаль — это то состояние, с помощью которого они управляли страной. Что вечно парсичный должен сидеть и думать про нескінченні поразки, про звитяжну боротьбу с нашими ворогами, пока не пиздят, суки, деньги. Вот. И вот такой вот бесславный конец. Хотя я не удивлюсь, если они еще вернутся, потому что с учетом того, что происходит сейчас в правоохранительных органах и вообще как Зеленский сейчас устраивает политику, то в принципе, а что им опасаться? Откупиться можно, как откупались, так и откупаются. Вот. Посадок каких-то особых нет. Ну, то есть это такой инстинкт самосохранения подальше от проблем. Все мы стремимся. Но, тем не менее, по большому счету, что бояться-то? Ни одной крупной посадки не было. Нам обещают, что вот-вот что-то там возбуждается. Но воз, как говорится, и ныне там. Поэтому мораль всей басни такова. Когда вам впаривают какую-то эмоциональную хренотень, чтобы вы там начали бежать, куда-то дергаться, такие, знаете, эпилептических припадках, что нация вмирает, враги наступают, вот, вас разводят, чтобы потом кто-то оказался в Лондоне под тем или иным предлогом, и у него все будет хорошо. Вот, поэтому не спешите впадать в эпилептические припадки и всегда старайтесь держать голову ясной. И не перенимайтесь по поводу всяких тварей. Они, поверьте, сколько бы у них плохо дела не шли, эти дела все равно лучше, чем у вас. Вот такая рефлексия. Пока.